Тем временем сам Юрий Луценко готовится к отчету в парламенте, который запланирован на 24 мая. И похоже, отчет этот будет очень ярким. Генпрокурор уже обещает представление на снятие неприкосновенности с трех депутатов. Евгения Дейдея из Народного фронта, Геннадия Бобова из группы Возрождения и Андрея Лозового из Радикальной партии. Причина – электронной декларации этих депутатов. Об этом Луценко сообщил сегодня на своей странице в Фейсбуке.